Лазание на берег практически невозможно. Всю рыбу берут в основном все команды, заходя в воду. Ждем. Что-то там брекается, второй раз подводит, уходит. Первая рыба, понятно, что мандраж. Есть, Саша, что-то у тебя? А? Была вторая протяжка, верну сейчас за вторую палку. Лист, походу, решил этого карпа свести с ума. Уже близко. Небольшой, вот зачем. Они кормятся лем. Помахай всем ручкой. Отлично. Ром на злой. Это придает надежду. Хорваты только что поймали птичку. Птичку. Я не успел снять. Белорусы кормят. Ну и ровик тут греется. Сейчас тут градусов 17 теплота. Холодно. Ровик греется. Всем привет. Подошли к нашим друзьям белорусам, вот, и хотят передать привет. Скажите, пожалуйста, как вы докатились до такой жизни? Всем привет. Во-первых, хочу сказать спасибо, что вы нас приняли в ваши ряды, почетных членов, да, клуба вашего. Очень приятно, нам нравится всегда к вам ездить на водоем. Очень прекрасный водоем, при том, что ловля в январе, когда везде межсезонье. Поэтому очень здорово, что мы с вами познакомились и поддержим эти, как бы, дружеские отношения. А приехали сюда мы для того, чтобы просто половить рыбу, говорится, в таких сложных условиях. Если вы видите, везде грязь, слякоть. Погода вчера была 32, сегодня 13-14 градусов тепла. Ну, мы, тем не менее, мы стараемся, пытаемся. Вот, а вот наши коллеги пока чего-то... Они вам дают фору просто. Да, это чисто еврейская такая хитрость. Да, верно, да. Чисто еврейская хитрость. Плачь больше, да? Да, плачь больше, да, карман будет ширше, да. Это так и есть. Да, с нашей легкой руки в этом году собирается большая компания там у вас, многомиллионники. Да. Я как бы еще не слышал, но дай бог, дай бог. Да, вроде три российских команды. Да, три российских команды собираются. Ой, блядь. Наконец-то, наконец-то. Рега. Ухай, кому улезас? Микки Маус. Микки Маус, кен, бетигдай. Вау, ешь. Откфица, откфица. Умахли. Тело, тазорло. Ин, яла, яла. Це, лех лешам. Да.
10 380. Доброе утро. Я тут у Ромки Парпарона. Туман, тишина, ветра нету. В принципе, сектор этот ветрозависимый. Вот. Ждем поклевки. Всем доброе утро. Ребята сразу переставили подсаки. Если есть еще какие-то замечания, говорите, сделаем. Этим вот кормят ребят. Бульдогов. А этим кормят бульдогов, да. Шалом, хлопцы, всех витаю. Всем доброго ранку, бутертов. Саша, помаши ручкой. Вот так. К Вермуту прилетело вот такое чудо. Если кто видит. Я чисто, это от души добраться. Не надо, не надо. И что? Да, здоровый, блин, офигеть. Он защищает, это его баба. Пристал к телке. Типа жрать он это, но он, блядь, пошипеть, да, он хочет. Хоть. По поводу оснасток, мы действительно знаем, на чё ловят соседи. И слева, и справа. Мы знаем оснастки местных украинских команд, так что это все учитывается. Сам Рома. Рома, скажи ребятам пару слов. Передаю всем пламенный привет, особенно тем, которые нас поддерживают и любят. Геночка, чтобы мне дать пинка под зад белорусам, мне надо сильно постараться, я тебе должен сказать. Насчет сектора, непонятки есть какие-то, которые мы не понимаем. Мы не понимаем расстояние и точки ловли. Кормим мы больше, чем и соседи справа, и соседи слева. И бросаем, и ловим дальше них. Действительно, вчера пришло какое-то непонимание, что мы не совсем понимаем расстояние и дальность. Вытаскиваем из очень глубокого ила, ловим и на чёды, и на вертолеты. Пока что... Вон, гуси опять пришли к нам в гости. Гуси-лебеди вошли во вкус. Понравилось, кормят их тут. Так они теперь здесь всю дорогу круги наяривают. Поняли, где можно на шару похавать. Надеем, гусь он второй. Еще шипят, шипят, требуют жрачку, шипят, крыльями машут. Так, давайте отсюда, валите с сектора. Ручные. Ручные звери. В команде Израиль 3. Ребята кормятся, готовятся к ночи. Соседи не видно, соседи за кустами. Ой, Вадим, здравствуй. Здравствуй. Передай привет ребятам. Ребята, всем привет. Знаю, что вы болеете за нас. Переживаете, держите кулаки. Мы это чувствуем. Все будет хорошо, уже и так хорошо. А будет еще лучше. Всем привет. Бай. Спасибо. Спасибо, Вадим. Пожалуйста. Всем добрый вечер. Мой вам совет. На соревнованиях не кормите лебедей. Они опять пришли к нам жрать. Я уже отправляю их спать. Уже объяснил, что уже как бы вечереет. Уже. Они уже опять пришли на ужин. На ужин. Ищут нас. Наш сектор. Подходят. Здороваются. Короче, такие два туриста, два гуся-лебеди. Все, давайте домой спать, все, абайта. Меня не понимают. Стоят, ждут. Всем бокертов. Это команда Израиль 3. Это наш водитель. Дядь Саша. Ребята взяли рыбку.
районе 9 килограмм. Вот, у нашей команды есть еще рыба. Сейчас еду туда. Всем доброе утро. Вон, Юкилис живой. Полуживой. Полуживой. Ночью температура была 8, то есть 6 градусов. Загорелый вермут. Ребята ночью взяли амура за девяточку. Вот, пока все новости. Вадик. Красивый. И красивый, да. Не я, вот. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Маленький, а? Вот на 10 бы остановился. $9,675. Сфотографируйте нас, ребят. Да, конечно. Спасибо огромное. Это он, да. Да. Они по нему любят фотографии. Покажи мне его. Красавец какой. Красавец. Наконец-то ветер, который ждали для зоны Б, пришел. Видите, как плат белорусский трепещется. Ну, правда, с очень большим опозданием.